Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете, Владислав. Именно так зовут автора вопроса, описывает следующую ситуацию. Я топ-менеджер, и, как ни странно, у меня возникли проблемы в коллективе. Не знаю, работаете ли вы с этим, но я не знаю, к кому мне можно обратиться с таким вопросом. Итак, я работаю в своей должности 6 лет. В свои 43 года я уже много сделал и думал, что ничто не может потревожить мои привычные будни. Но очевидно, я ошибся. Ко мне в отдел пришел новый сотрудник, знаете, из этой современной молодежи, которым надо сносить все авторитеты. Он начал меня постоянно переспрашивать, зачем нужно то мое поручение, зачем другое. Он буквально ставит под сомнение мой профессионализм, думает, что он умнее меня и все знает. Я очень на это злюсь. Мало того, некоторые мои сотрудники с ним очень сдружились, и буквально на прошлой неделе я узнал, что они после работы отправились вместе в бар. Меня бросает в дрожь от этого. Позавчера вечером даже была паническая атака, я и предположить не мог, что такое может со мной случиться. Из-за того, что я так подавлен, у меня возникают сложности на работе. Я плохо подготовился к одним переговорам, и они чуть не сорвались, пишите вы. После этого вечером я напился дома и вчера поймал себя на мысли, что снова хочу выпить, чтобы отпустило. Понял, что это уже не звоночек, а настоящий колокол. Решил написать вам. Я не знаю, как справиться с моей злостью и как усмирить этого 30-летнего юнца. Мне очень обидно, что все, что я строил годами, так можно легко разрушить. Я был уверен, что у нас непотопляемый корабль, а оказалось все пыль, столько трудов и напрасно. Я ведь не спал ночами, работал сутки напролет, чтобы все это построить, чтобы создать то, что есть, а тут приходит кто-то, и ему все не нравится. Я очень подавлен и даже не знаю, с кем поделиться. Буду ждать от вас письма. Владислав. Вы знаете, вот у меня возникло такое чувство по прочтению вашего текста, что вы очень одинокий человек. Я могу ошибаться, но прям вот невероятным одиночеством веет от вашего сообщения, от вашего текста. Это очень грустно на самом деле, потому что, как мне кажется, что ни один человек не должен быть один. Вот. Что это не означает, что нужно выстраивать зависимые отношения, перед кем-то заискивать и так далее, ни в коем случае. Но вот лично здесь и лично вы мне показались очень сильно одиноким. Одиноким человеком. И мне не показалось, что он, вот этот парень, который пришел к вам на работу, что он лишил вас уверенности в себе. Мне показалось, что вы, знаете как, мне показалось, что вы всегда в себе не были не уверены. Понимаете, какая штука? Мне
показалось, что вы всегда себе сомневались. Мне показалось, что вы всегда пытались, ну, себя защитить, всегда пытались раздвинуть какие-то стены, которые бы вас защищали бы. Вот. Ну, проблема, она, как мне кажется, в том, что не получается так сделать. Вот. Не получается так существовать. Вот. Поэтому, конечно, я бы не сказал, что то, что вы описываете, это вот прямо, знаете, какая-то вот история, ну, что-то новое, да, я бы так не сказал. Я бы сказал, что, ну, вот, у вас есть трудности с уверенностью в себе, я бы сказал, что, ну, вот, у вас есть тревожность, я бы сказал, что, ну, вот, у вас есть определенная мнительность, да? Вот, у вас есть, очевидно, некоторые страхи, возможно, даже. Вот. Возможно, у вас есть и какие-то страхи. И как бы поговорить об этом, можно, да? Можно об этом поговорить, и можно это поисследовать. И, ну, как-то вот прорешать этот вопрос, если вы хотите, конечно. То есть тут дело не в том, чтобы усмирять, ну, кого-то, да, тут дело не в том, чтобы с кем-то воевать. Тут, мне кажется, дело больше в том, чтобы повысить, ну, вашу уверенность в себе, а ее пока что, так скажем-то, особо и нет. И это может быть серьезной проблемой. А, ну, как мне кажется, в вашем случае. Поэтому решать, конечно, вам. Дальше. А вопрос, думаю, весьма интересный и важный, заключается в том, какое значение вы уделяете своей работе. То есть у меня, например, вот такое возникло
чувство, что работа для вас прям вот единственное, где вы реализовываете. То есть так вот вы такое ощущение, что боитесь, что что-то произойдет с ней. Так вы, по моим ощущениям, боитесь того, что ну, что-то случится, да, и так далее. Ну, то есть вы боитесь, что называется, перемен. Вот. И это, конечно, очень сильно бросается в глаза. Ну, перемен вы можете бояться только по причине того, что вы не доверяете себе. Вот. Человек боится перемен, когда не доверяет себе, когда не уверен в себе. Вот. Соответственно, это такой аспект. С другой стороны, вы пишете про злость. Ну вот, про свою злость вы пишете, а вы описываете вот как раз свое ощущение злости, вы описываете то, что вы очень злитесь на него и так далее. Это тоже достаточно важный момент, что такое злость. Вот, ну, по большому счету, что есть злость. Да, злость — это, по сути, желание человека отодвинуть подальше. Вполне вероятно, что вы чувствуете, опять же, какие-то аспекты вот в контексте отношений с данным товарищем себе подавляется. Вот. Я не знаю, что это может быть. Я вообще не прав. Но мне вот как-то показалось, что примерно таким примерно феноменом вы столкнулись. О чем я говорю, что я имею в виду? Я имею в виду, что вы, на мой взгляд, не позволяете себе вести себя с этим сотрудником вашим, так как вам, ну, как вам хотелось бы. Вот. То есть, ну, не позволяете, например, поставить его на место, да, не позволяете себе может быть как-то что-то довольно, ну, достаточно жестко ему там сказать, да, вот. То есть, почему человек вот изначально вообще так вот начал себя с вами вести? Почему? Потому что он почувствовал вашу слабость. Вот, и начал так себя вести. Вот. История эта, она, в принципе, в общем и целом, она, эта история, вполне понятна. Вот, и идея здесь, на мой взгляд, в том, чтобы вам лучше ориентироваться на себя. Вот, идея здесь в том, чтобы вам лучше опираться на себя, идея здесь в том, чтобы вы лучше чувствовали себя. Вот. А сейчас вот такое ощущение, что этого не происходит. Вот. И
соответственно, возникают трудности. Вот. Так что, на мой взгляд, смотреть вам нужно именно в эту сторону. Но, повторюсь, это только на мой взгляд. Вы себя подавляете, вы слишком, вы боитесь вот потерять работу, может быть, слишком за нее держитесь здесь. Вот. Ну, моя идея заключается, по крайней мере, именно в этом. Мы слишком много вкладывали в работу, вот, слишком много, видимо, своих сил, да, и как бы, ну, полностью слили себя с работой. То есть вы как будто бы вот, вы и есть, да, работа, то есть вся ваша жизнь там. Вот, и обратите внимание, что вы пытаетесь там от чего-то защититься, то есть вот привычные будни, это то, чего вы хотите, вот, ну, в смысле, для себя, вот, привычные будни. Вот, то есть тут как бы тоже несколько такой вот вопрос, да, ну, вот, чем для вас, условно говоря, вот, привычные будни, вот, так важны, да, почему вы так к ним, как бы, тяготеете, да, и так далее. То есть это тоже довольно важный момент, довольно важный элемент, на который вот как-то хотелось бы, чтобы вы обратили внимание свое, да, потому что это важно. Вот. Я хочу, чтобы вы увидели свою уязвимость. Хочу, чтобы вы увидели то, что вы вот, ну, уязвимы. Вот. Уязвимы вы абсолютно, на мой взгляд, как бы, да, незаслуженно. Ну, вот. Что касается усмирить человека, то здесь есть разные методы, разные подходы, да, то есть, ну, я, например, мог бы сказать, что не сторонник прям какого-то усмирения, да, я считаю, что, ну, не обязательно усмирять вот, человека, чтобы там, чувствовать себя адекватно, например, да, то есть я считаю, что, ну, вполне достаточно, если вы будете вести себя с ним максимально, как бы, соблюдая и продвигая свои интересы, и защищая себя, защищая то, кто вы, какой вы. Вот. И, на мой взгляд, этого будет достаточно, но можно, конечно, усмирить, но для этого нужна, опять же, ваша уверенность в себе, потому что человек совершенно очевидно, что понимает только достаточно грубую силу, ну или серьезную конкуренцию, скажем так, и как бы тут вот вполне вероятно, по-другому, ну, просто нельзя, да, как бы, вот, ну, по крайней мере, мне так это видится, ну, с моей позиции, да, с моей какой-то вот точки зрения, вот. Дальше. Вы говорите, что я очень много работал, очень много старался, вот тоже как бы вопрос вашего отношения к работе здесь очень важен. Вот от чего-то вы себя защищали. Вы говорите, что я думал, что мой корабль непотопляемый. Вот тут тоже несколько бросается в глаза, что вы считаете, вот,
корабль и, ну, вот, неподопляемым. Вот. Так, в принципе, оно не бывает. Непотопляемых кораблей. Вот. Поэтому ваша идея в какой-то степени себя вещит, она выглядит способом борьбы с тревожностью. Вот. Способом борьбы с страхами, которые у вас изначально, ну, видимо, присутствуют. Присутствует достаточно серьезно. Вот. Такая вот история. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.